тяжелый матч, как бы, ну, понятно, что Халла такого же уровня, как и мы, и с ними легких ни там не было, ни здесь не будет, и никак. Так что, ну, выиграли молодчики, завтра надо уже настраиваться на новую игру. Каким образом удалось три шайбы забросить? Партнеры молодчики поработали на меня, там, передачи такие, там, парни красавцы, реально. Удовольствие получаешь от этих партнеров. То, что Галкина не было, как-то повлияло это на игру Халы или нет? Да нет, много у нас игр было, когда мы этому вратарю проигрывали, так что там Далтон, Хён Джин или там Сун Джин, это без разницы. Там, Хала это Хала все равно. Да, просто Далтон как бы так считается, что он номер один, а это второй, но этот может и хуже, но не намного точно. Чего ждет от завтрашнего матча? Ну, тяжелая игра будет, что надо восстановиться хорошо, выйти. И также такие же эмоции будут, такая же, так же выкладываться будем. Все в наших руках. Стычки на площадке, игровые моменты, или все-таки сложилось впечатление, что где-то там было из разряда не можем выиграть, честно, будем драться? Да не, ну, в принципе, это игровые моменты, просто где-то там судьи просмотрели, где-то еще это все наслаивается, накипает и начинается вот эта стычка, там все. В принципе, это эмоции. Ну, вот это вот именно накипание из этих стычек. Ну, они всегда, когда много удаления, оно влияет, но ну, мы выиграли, все хорошо.